это, пожалуй, единственные представители, которые фотосепараторы делают российского производства. Что хочу сказать, с мелкосеменной продукцией мы занимаемся и получаем очень хорошие результаты. Пожалуй, думаю, что с нами поконкурировать, я думаю, не все смогут. У нас есть видео, если помогут, поставят по поводу амаранта. Как раз производили прям испытания. Получаем очень хороший результат. Я так понимаю, что в Волгограде тоже есть та же проблема, это щерица. Больше как таковой засорителя нет. Она везде есть. Она везде, но она, видимо, всеядна, скажите. В Волгограде, наверное, очень ее много. Так, и что это мы видим? Вот, это в данном случае засоренный продукт. Это засоренный продукт? Это засоренный продукт, который сейчас будут очищать фотосепаратором. Ага. Черные семена? Да, абсолютно да, верно. Да, это и является как раз сам засоритель. На данном этапе вот наш сервисный инженер засыпает в бункер загрузочный культуру амаранта с засорителем. По скатному лотку вибрационным путем скатывается продукт, попадает под обзор видео фотокамер, точнее. И, соответственно, благодаря тому, что фотокамеры делают в секунду 6000 кадров, фиксируется как раз именно засоритель и, соответственно, чистый продукт. И уже по исходу у нас получается, что распределяется продукт уже на засоритель и на чистый. По цвету, да, соответственно. Сам принцип фотосепаратора – это по цвету изначально. Вот это, конечно, чуть подольше займет видео, потом, если просто посмотрите, потом результат. На данном этапе вот у Лидии Александровны есть образцы. Это образцы, которые совершенно, конечно, чисто. Это фотосепаратор, может, только сделать. По засоренности Евгения Эдуардовича я чуть-чуть, конечно, дезинформировала. Там, я думаю, что даже процентов 25-30 засоренности. Вот, также это реально. Да, да, там очень большой процент засоренности. Вот. На таком этапе желательно делать рассортировку. Что это такое? Это уменьшение потери качественного продукта. То есть вот на данном этапе у нас происходит первое очищение, затем мы берем засоренный продукт, который мы уже получили на исходе, и забрасываем его вторично. Сорт повтор. Да, повторный заброс получается в тот же бункер, и уже по исходу второго процесса мы получаем, что чисто засоритель, не более того, и основной продукт, который попал изначально в засоритель. То есть мы уменьшаем именно потери водного продукта. Вот, на исходе, с учетом данной засоренности, мы получаем фактически 99,99% чистого продукта. За два раза. Да. Это вот при 30. А в данном случае, обратите внимание, то, что при малой засоренности мы получаем с первого раза очень хороший результат. Вот та вот засоренность, которая... Это 30%, да. Это 30%, да. Это при первой очистке, вот у Лидии Александровны есть при первой очистке. После первой очистки, да, видишь? Да. А, это после первой очистки у вас получилось? После того, как мы делаем рассортировку, сами... А то уже после второй очистки. Это после второй очистки уже не только. Да, да, абсолютно. Это классно. То есть мы получаем по исходу великолепный результат, я считаю, что вот для мелкосеменной продукции. И, ну, тут хочу сказать, что, пожалуй, играет очень большую роль контраст. То есть амарант сам, он, ну, как сказать, бежевый, пожалуй, да, на данный цвет получаем. А щерица, она черная. То есть на фоне именно этого контраста мы хорошо и срабатываем. То есть как таковой этот цвет, это опять же вот благодаря этому у нас получается. Какая у него производительность? Если на амарант на один лоток, я думаю, что 150 кг в час. Больше не даст, у нас слишком маленькая культура, мелкосеменная, соответственно. Вот, на один лоток, да? На один лоток. А увеличение может какое-то быть там, ну, не знаю, технологии что не стоят на месте? Нет, там же нет, просто нет, дополнительный пункт. Объясню причину. Дело в том, что изначально в 2015-2014 году у меня есть с собой протоколы, испытания мы делали. Вот, если есть интерес, могу показать.
по сути, как бы мы то же самое получали, но там у нас производительность была меньше. То есть мы не стоим на месте, технология движется вперед, и благодаря этому мы получаем лучший результат, и сейчас уже мы получаем 150 кг в час. Но все опять же зависит от засоренности. Если засоренность действительно вот такого как бы качества, то я думаю, что получаем мы по исходу именно производительность меньше. Чем меньше засоренности, тем, соответственно, мы получаем производительность больше. От этого это тоже много зависит. Это два прохода, да, 150? Это два прохода мы делаем. Если вот пока мы смотрим на этот результат, то здесь... Если допустимая норма идет по качеству, то, что мы изначально показали по первому проходу, то, в принципе, опять же, мы сокращаем время, да, то есть наша работа, соответственно. Если мы получаем, что нам требуется чище, то, соответственно, это возможно просто по увеличению лотков. То есть, если по увеличению лотков, грубо говоря, возьмем 3 лотка, да, на очистку продукта, это идет как бы в ноль. Здесь загружается, с другой стороны, именно засоритель, который мы получаем по первому проходу, мы загружаем во второй 2 лотка, если 5-лотковая машина, например, брать. 2 лотка срабатывают на очистку, как ресортировка. То есть мы сокращаем время, и плюс еще мы сокращаем потери годного продукта. Извините, как вас зовут? Лилия. Лилия, меня Александр. Вот смотрите, потребность производства 20 тысяч тонн сырья. Угу. Которые придется доводить до чистоты 99,9%. 150 килограмм, 20 тысяч тонн на 150 килограмм, это 1200 тонн на 200, 8-часовую смену. Вот теперь сколько лет нужно для того, чтобы почистить на один год сырья? 16 600 с копейками. Да, и загрузка бункера, она автоматически ведется? Нет, загрузка бункера – это вспомогательно. Нет, почему? Не обязательно вручную. Да, существует вспомогательно. Это, не, но, это транспортеры, это, нори. Возможно, нори. То есть это вполне возможно уже дополнительно. А это есть, это оборудование как-то проектируется? Это можно, возможно, да. У нас заказ, есть конструкторский отдел. У нас также есть свой отдел АСУ, который занимается автоматизацией, который занимается... термометрии, то есть вот эти вопросы мы также можем помочь. А рынок конкурентов вы сделали, китайцы не делают лучше, быстрее, дешевле? Рассказываю. Также у нас есть своя линейка по китайским фотосепараторам. Если, к примеру, Сапсан, это наше производство, именно наше, то в данном случае у нас еще есть линейка фотосепараторов Мейер. Это лидеры, пожалуй, в Китае по имени, по бренду. Вот. В чем разница между китайским и нашим фотосепаратором? Брать, если по лотку, мы имеем производительность по пневмоклапану. Пневмоклапаны срабатывают именно воздух. Воздух, который выбивает чистый продукт и, соответственно, засоритель. От этого производительность, соответственно, наш полноценный однолотковый фотосепаратор имеет 72 клапана. Китайский, который мы в данном случае также продаем, эту линейку, однолотковый имеет 60 клапанов. Но на данном этапе у нас наши фотосепараторы имеют 6 лотков. Это максимально, что мы делаем, что мы производим. Минимум 12 и максимум 6. Если у китайцев, то это минимум 60 и максимум это 600, то есть 10 лотков. Мы можем с такими фотосепараторами вполне помочь, опять же, по производительности. Это опять же, если брать 150 килограмм в час, вот 8 лотков, к примеру, мы берем на чистый продукт и 2 на ресортировку. Тоже возможен такой же вариант. Это получается, что 150, это получается то на 200 на 8 лотках. И 2 получается лотка на ресортировку. Опять же, мы получаем, что мы не теряем время, и при этом у нас получается двойная загрузка. Сколько влаги может терять культура такая, как амарант, в процессе очистки? По сути, там, если я не ошибаюсь, могу здесь, пожалуй, наверное, я не особо смогу точно ответить. Процент, но, наверное. Не там больше. Небольшой процент. 1-1.5% То есть небольшой. А скажите, программа у вас есть? Гарантийный срок обслуживания. Да, у нас что на китайский, что на наш фотосепаратор Сапсан, мы даем 2 года гарантии. Плюс, возможно, если уже по желанию, 5 лет дополнительной гарантии
это уже преобсуждается. А лизинговые программы? Мы работаем по постановлению 547, 15% по Минпромторг дает, и мы с этой программой работаем. Также, помимо этого, со всеми лизинговыми организациями, также со всеми банками, также существует программа под залог фотосепаратора. То есть вы берете не... Да, но это не лизинг, это тоже может быть кредит. Банк, это банк. Лизинговые программы работают от 2% дают. То есть, в принципе, сейчас, так как наши сельхозпроизводители, государство наше старается поддержать в этом формате, все вполне реально. При этом, при всем, мы стараемся помочь нашим клиентам, мы общаемся на эту тему, и сопровождение также, и даем также менеджеров, которые общаются, занимаются этим вопросом, чтобы человек, который планирует приобрести фотосепаратор, не терялся, скажем так, без информации и без понимания, как ему дальше быть. То есть, скажите, пожалуйста, не сталкивались мы с этим вопросом? Такой вопрос. А в чем зависит, например, затратная часть его, да, говорят, вот это дорого будет стоить, если на фотосепараторе. В чем заключается у него затратная часть, если через него? Это много энергии он поглощает или что? Я вас поняла. У нас есть линейка сепараторов наших, к примеру, да, это малогабаритные, они больше подходят как под лабораторные машины. Это идет 12, 16 и 20 клапанов. Они малогабаритные, малобюджетные, мало, скажем так, потребляющие энергию. То есть у них требуется даже компрессор небольшой. Там требуется максимум 300 литров в минуту. То есть небольшие компрессоры, и по стоимости они, соответственно, меньше. Если брать наш однолотковый полноценный фотосепаратор, у него уже начинается больше, соответственно. Это 800 тысяч литров в минуту. То есть это уже и, соответственно, и по энергопотреблению чуть-чуть поболее, и по остальным габаритам, по габаритам, соответственно. Ну вот в этом формате. Все понятно. Расходные материалы, которые нужно. Вы имеете в виду дополнительно к фотосепаратору? Вот какое-то техническое обслуживание. Сервисное обслуживание. Я там поменял или двигатель, а здесь что мне менять? Все, я поняла. Да, смотрите, мы так как даем 2 года, это раз. Во-вторых, у нас сервисное обслуживание, что на китайский, что на наш фотосепаратор. Если это с однолотковой, идет в стоимость уже входит. То есть вы... При приобретении сервисный инженер наш выезжает, настраивает фотосепаратор, обучает персонал, который будет работать с фотосепаратором 24/7, он находится на телефоне, вы можете ему позвонить, сказать ему проблему. На удаленном доступе он старается вам дать информацию. Если вдруг мало ли там какая-то все-таки загвоздка, он видит, что на удаленном доступе он вам не может помочь, естественно, это уже вопрос решается таким форматом, что вы посылайте письмо о том, что вам требуется консультация, помощь или какой-то дополнительный, да, там, формат общения. Ну, да, и уже по сервису. И он выезжает в течение 3 рабочих дней, он будет у вас, и все вопросы решаются. Комплектация у нас все это есть на заводе. И китайский, и российский. Лилия Константиновна, да. Вот еще один вопрос. Я правильно понимаю, что фотосепаратор, который гравий приобретает для того, чтобы очистить амарант, также может работать и на других зерновых и зерновых культурах? Абсолютно. Пищевое и непищевое производство мы можем очищать. Это одна и та же машина может быть? Абсолютно верно. Там, смотрите, но по стеклу, к примеру, если взять, это, конечно, чуть не в тему, вот, это ленточный фотосепаратор китайский. Но если по культурам имеется в виду именно зерновым, зерновым, пшеница или это тогда лак. Какие-то дополнительные нужны, не знаю, там насадки? Нет, фотосепаратор, он является, вот фотосепаратор, он и есть фотосепаратор. Если требуется дополнительная комплектация, то есть это загрузочный бункер, это рама, то есть которая подставка, скажем так, под фотосепаратор. Опять же, мы это можем спроектировать, помочь. Там уже по размеру, соответственно, то, что требуется. Возможно, требуется мешкодержатель, возможно, требуется еще что-то. То есть какие-то дополнительные к оборудованию именно металлоконструкции. С этим мы как бы работаем, мы помогаем, стараемся под клиентов
отскорбится, то, что как вы делаете. На высоту, если штану прикрываете, как платформ будет, абсолютно верно, можете да, мышки держать да, или ставить. Да. Да, если требуется, к примеру, какая-то комплектация в форме, там, по линии, там, допустим, с этим тоже можно помочь. То есть у нас есть свои партнеры, с какими мы работаем. То есть в этом формате мы тоже можем все это помочь. Сопровождение, то есть в этом все возможно. А габариты продукции, ну вот пшено, понятно, там часто бывает пшеня, да, черные тоже вкрапления. И у нас в Зернограде производственная коммерческая фирма «Маяк», она отправляет за границу много, и как раз вот поиск фотосепаратора был для них важной задачей, хорошей. Вот на пшено, в частности, они потом нашли и очень радовались, что чистенькое пшено идет. А другие виды продукции, ну, например, картошка там или нет? Уже, картошка, уже смотрите, по... Потому что там же тоже надо сортировать. Одно на семенное, другое товарное. У нас возник вопрос с помидорами, я вам скажу. И сейчас как раз наши ребята занимаются этим вопросом углубленно, потому как они все-таки хотят, они если за что-то взялись, они идут до конца, как бы молодцы в этом плане. Пока вот именно на этом этапе, то есть где помидор, там и картошка, по размеру, по сути, там уже.